В Мурманской области 250 человек приняли участие в акциях по благоустройству родников в рамках масштабного проекта «От родника до океана». Об этом сообщила руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис. За два месяца совместной работы были очищены и благоустроены территории 10 самых популярных родников Кольского полуострова – от Мурманска до Умбы. В ходе акции вывезено несколько сотен мешков мусора, а на ряде локаций силами волонтеров обустроены места для отдыха, обновлены дорожки, лестницы и беседки. На каждой точке сотрудники Кольского научного центра РАН взяли пробы воды и образцы растений, чтобы исследовать их на предмет содержания тяжелых элементов и токсичных веществ. Результаты исследований публикуются в специальном разделе, который появился в рамках проекта на сайте Кольского научного центра.